Аудиосказки для детей на ночь онлайн. Стихи для малышей. Цыпленок. Корней Чуковский. Жил на свете цыпленок. Он был маленький. Вот такой. Но он думал, что он очень большой. И важно задирал голову. Вот так. И была у него мама. Мама его очень любила. Мама была вот такая. Мама кормила его червяками. И были эти червяки вот такие. Как-то раз налетел на маму черный кот и погнал ее прочь со двора. И был черный кот вот такой. Цыпленок остался у забора один. Вдруг он видит, взлетел на забор красивый большой петух. Вытянул шею вот так. И во все горло закричал «Кукареку!» И важно посмотрел по сторонам. «Я ли не удалец? Я ли не молодец?» Цыпленку это очень понравилось. Он тоже вытянул шею вот так. И что было силы запищал. «Пи-пи-пи-пи! Я тоже удалец! Я тоже молодец!» Но споткнулся и шлепнулся в лужу. Вот так. В луже сидела лягушка. Она увидела его и засмеялась. «Ха-ха-ха! Далеко тебе до петуха!» А была лягушка вот такая. Тут к цыпленку подбежала мама. Она пожалела и приласкала его. Вот так. Конец. Текст читала принцесса Будур. Если вам понравилось, как я читаю эту сказку, то поставьте лайк. И, пожалуйста, напишите в комментариях, что вам именно понравилось и какие сказки вы еще хотели бы услышать в моем исполнении. Чтобы не пропустить новую сказку, подпишитесь на этот канал. И не забудьте нажать колокольчик, тогда вам придет уведомление о выходе новой сказки. С вами была Ольга Алексеева. Всего доброго, до новых встреч!